канун Дня журналиста, который отмечается 6 июня, представители одесской власти чествовали одесских корреспондентов, операторов, фотографов, редакторов. На торжествах побывали и наши корреспонденты. Одними из первых журналистов принимали военные. Генерал-майор Игорь Федоров, начальник штаба Южного оперативного командования, вспомнил о своем плодотворном сотрудничестве с представителями 4-й власти в разнообразных горячих точках и сравнил профессию журналиста с одной из важнейших военных специальностей. Ви обирали не якісь там керівні посади, а просту, звичайну професію журналіста, яка передбачає всюди бути першим. Порівняння з нашою військовою професією, я можу сказати, що це розвідка. Нагороджується почесною грамотою і знаком повітряних сил України. Еще одно награждение «Акул пера и микрофона» состоялось в Доме приемов Одесской облгосадминистрации. Корреспондент телекомпании «Круг» Александр Виноградов был отмечен за свой профессионализм и здесь, почетной грамотой Одесского областного совета. А председатель Одесской областной государственной администрации Эдуард Матвейчук отметил важную роль журналистов в современной Украине. Профессия журналиста, с одной стороны, достаточно сложна в силу различных причин. Но в то же время она очень необходима для нашего общества, и, конечно, в том числе и от журналистики, и от того, как подается те или иные информации, от того, какую позицию занимает в целом, скажем так, журналистика, зависит от того, как наша страна будет двигаться дальше, по какому пути и насколько, знаете, мы будем жить дальше в правовом государстве. Наша телекомпания присоединяется к поздравлениям и желает коллегам «Острого пера» захватывающих сюжетов, достойного гонорара и живого отклика на каждый материал.